О, опа. Вот это я понимаю. Что там по Терентьеву? Жена, работа. Ух ты! Ну все как обычно. Сопли, слезы. Ничего особенного. Да и на работе у него полный шоколад. Дякую. Горевая сказала, что у Терентьева врагов не было, но она в этом не уверена. Лев Абрамович, ты хотел второй шанс с Горевой, он у тебя есть. Только придется соврать. Сейчас поедешь к ней и скажешь, что мы вышли на след бандитов-угонщиков, что ей угрожает опасность, так что будешь охранять ее день и ночь. А сам фиксируй контакты, ясно? Есть. Вперед. А вы думаете, что она замешана в убийстве? Да не думаю, что замазана. Но, возможно, есть информация у нее, о которой она сама не подозревает. Так что лучше мы за ней последим. Давай. Точно, как я сам об этом не подумал. С Богом, Лев! И вот еще что. Согласно оперскому обычаю, который нам завещан еще царской уголовкой, хочу проставиться. Может, в бар куда сходим? Ну, я, наверное, не смогу. Я на электричку опаздываю. Понятно. Сори, у меня другие планы. Да, я тоже не могу за рулем. Федь, а помнишь, ты обещал жене пораньше быть там? Тут вот какое дело, я же все понимаю. Я человек новый. Да и на чужое место пришел. Но я-то не виноват. Коллеги, а я думаю, ради такого случая можно и задержаться. Праздник же у человека. Да, Иван Петрович? Да. Только я буду белое вино. Так-то... Я тоже белое вино. Здравствуйте. Что-то забыли, юноша? Да. То есть нет. В общем, вы в опасности. Вы могли видеть убийцу, который за Терентьевым следил. Завтра, послезавтра его поймают, а сегодня пока что я буду вас охранять. Начальство приказало. Телохранитель, значит? Типа того. Ну что ж, проходи. Кевин Костнер. Красиво. Куда ушли-то все? Еще пол-литра осталось. Слабаки. Предлагаю выпить за раскрываемость. 110%. Так точно. Я слышал, тебе орден дали. За что дали-то? Я адъютантом служил в команду. Я там, прикинь, в любой список мог себя вписать. Адъютант? Ну а как из Сибири? В Москву? Отец попросил. У меня тоже отец. И чё? А у тебя еще отец? Мэр Москвы? Так разве? Внебрачный. Ну, всех случается, а у моего вот я случился. Предлагаю за это выпить. Согласен. Все. Конечно. Не, я тебя за дом брожу. Не, дальше я сам. Да не, я провожу тебя до квартиры. В отделе будешь командовать. Отец, встретиться надо. Давай.
Отец, Иван пришел. Ну, наконец-то! Ступай, моя хорошая, ступай. Ты же обещал. Здорово, парнишка. Здорово. Здорово. Присаживайся. Ну, чё? Давай, рассказывай. У тебя знакомые есть, которые занимаются угоном дорогих автомобилей в районе Тверская? Конечно, есть. А тебе зачем? А у меня первый убой на должность. Очень хочется раскрыть. Есть такой Гиви. Каждое утро с 9 до 10 в грузинском ресторане на Тверской у морей. Он кушает мацони. Ты подойди к нему и скажи, что ты от кореец. Он что, зожник, что ли? Этот Гиви, он из ваших? Черная кость? Сявка, выскочка, апельсин. Строит из себя много. Ну, а в реале так, среднее звено. Общак не несет, поэтому сдаюсь чистым сердцем и рабочими легкими. Ты лучше расскажи о деле, ради которого ты сюда перевелся. Помощь нужна. Жучок нужен. Хочу прослушку в офис поставить.